шеф он башковит. У него предвидение. Что мы видим, говорит, кроме телевидения? Смотришь конкурс в Сопоте и глотаешь пыль. А кого не попадя, вон пускают в Израиль. Мишка также сообщил по дороге в дневники. Говорит, Голд Мэйр я словил в радиоприемнике. И такое рассказал, ну до того красиво, что я чуть было не попал в лапы для Вива. Я сперва-то был не пьян, возразил два раза я. Говорю, Маша Даян, сука одноглазая, агрессивный бестия, чистый фараон. Ну а где агрессия, там мне не резон. Мишка тут же впал в экстаз после литры выпитой. Говорит, они же нас выгнали с Египта. Оскорбление простить, говорит, не могу такого. Я позор желаю смыть с Рождества Христова. Мишка взял меня за грудь, говорит, мне нужна компания. Ведь мы ж с тобой не как-нибудь там, здравствуй, до свидания. Мы попридем в паломники, чувства придавив. Хрен ли нам мнёвники, вон, едем в Тель-Авив. Я сказал, я вот он весь, ты же меня спас в порту. Ну тут одна загвоздка есть, русские по паспорту. Только русские в родне, прадед мой самарин. Ну а если кто и влез ко мне, так вон и тот татарин. Мишку Шефмана не трожь, с Мишкой прочь сомнения. У него евреи сплошь в каждом поколении. Вон дед параличом разбит, бывший врач-вредитель. А у меня антисемит на антисемите. Мишка врач, он вдруг затих, в Израиле песны их. Там гинекологов одних, вон как собак нерезанных. И нет зубных врачам пути, но потому что много просится. А где на всех зубов найти, значит безработица. Мишка вдруг кричит, к чертям дизель и ванная. Едем, коля, море там, Израиль и ванная. Видя Мишкину тоску, а он в тоске опасный. Я и шохлебнул кваску и сказал согласный. Хвост огромный в кабинет, из людей, пожалуй, 100. Мишки там сказали нет, ну а мне, пожалуйста. Он кричал, ошибка тут, это я, еврей. А ему говорят, не ошибка тут, выйди-ка вон из дверей. Мишку мучает вопрос, кто ж здесь враг таинственный? Ответ ужасно прост, и ответ единственный. Я в порядке, тьфу-тьфу-тьфу. Мишка пьет проклятую, говорит, что за графу не пустили пятую.